Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как же искать музыку без авторских прав. Начнем с того, что я имею в виду тем, что касается авторских прав. Когда вы подбираете какую-то музыку, которая вам очень нравится, зачастую бывает, когда вы загружаете ваш видеоролик, вас банят. В плане того, вам просто закрывают ваше видео на монетизацию, оно его не проходит, но со временем с 3 предупреждений ваш канал могут вообще удалить. Поэтому вот как-то так, чтобы вы имели в виду, обратили на это внимание, особенно за какие-то грубые ошибки, это раз. Так как же все-таки найти нам музыку, к примеру? Изначально нам нужно найти сайт, то есть мы наберем youtube.com, переходим на сам YouTube, открываем его в полной версии, переворачиваем наш смартфон, жмем на наш канал, переходим на канал, мой канал, творческая студия, ищем слева фонотека в самом низу. Жмем, где синим написано «Открыть фонотеку в классическом режиме творческой студии». Жмем, и это наш заветный режим, где будем искать музыку. Вот, это именно те вкладки, где бесплатная музыка и вот звуковые эффекты. Нам нужна бесплатная музыка. Что мы делаем дальше? Ищем наш любимый трек. То есть, выходим обратно, заходим в музыку. Допустим, это будет... Да вот, вот этот. «Reversed Лука Страля Тополя». Вот, очень классная тема, она звучит в заставке, и мы сейчас ее сюда вобьем. То есть полностью безошибочно вводим это название, жмем «Отправить» на поиск. Как видите, ничего не найдено. Когда будет найден трек, он заявит авторские права, напишет «Лувакс», такой-то, такой-то, все. Он здесь отобразится, и как бы вы должны понимать, что это и есть самый пользователь с авторскими правами, автор этой музыки, песни и так далее, и так далее. Все, после того, как вы провели эти операции, вы спокойно знаете, что этот трек не заявлен авторскими правами, и вы можете использовать для своих видеороликов, презентаций и так далее, и так далее. Поэтому, если вы знаете еще какие-то способы, сообщите мне, мне это важно. Напишите, какой у вас iPhone, какая версия iOS, как она себя чувствует. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Также подписывайтесь на мой Instagram, я там очень часто выкидываю новости о грядущих проектах, розыгрыша и так далее. Всем пока!